Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень интересная история тут со мной приключилась. Но это в отдельном видео. Я здесь встречался с людьми, гулял, показывал, как обстановка. Тут происходит постоянная борьба с хитрюгами, которые сидят у себя по квартирам и чинят нашу голубицку. Я им всегда рассказываю, у нас здесь погода, обстановка меняется чуть ли не ежечасно, несколько раз в день может поменяться. Вот сегодня, к примеру, посмотрите, ночью был ветер сильный, сейчас уже ветра нет. Ливень с утра был, просто очень большой, лужи везде, по всей Голубицкой. А сейчас, смотрите, уже солнышко выходит. И также и с медузами, они могут быть, вот как вчера вечером, их было просто море. Даже я не купался, честно вам скажу, заходил в море, вот как у нас там человек плавает. Поплавал немножко и вышел, щипалось очень сильно, очень сильно. А сегодня, посмотрите, с утра, вот такая обстановка уже. Благоприятная. Посмотрите, вот остатки у нас остались здесь. Но это вообще мало. В море, в прибое они сейчас будут, потому что шторм сам их уничтожает, друзья. Даже не надо их вытаскивать, когда их вот просто в море очень много. Даже не подходите, это бывает опасно. Вот, у кого кожа чувствительная, может вас сжечь. Вот такая обстановка сегодня с утра интересная. Но сегодня дело не в этом. Я хочу показать проход к морю. У меня так получилось сегодня, что я здесь оказался. Не могу конкретно сейчас ездить по каждому, вот по каждой вашей просьбе. У меня родственники живут, гости. И я вынужден тут, как вы сами понимаете, с ними, да? А вот, в удовольствие, конечно. Не просто так вынужден, а в удовольствие с ними гулять, ездить. Так вот, мы сегодня идем в Рыбачий переулок, посмотрим проход к морю. Что там происходит и как. Попросили весь показать. Я покажу. Вот здесь такой пляж у Рыбачьего переулка. Но он не единственный. У нас налево ты уйдешь, там бесконечное количество пляжей. Направо, там вообще рядом великолепный пляж Золотой Рыбки и Аль-Море. Вот, иду я рано утром, не пугайтесь, у нас люди все спят. Вот посмотрите, везде автокемпинги. Кстати, вы когда будете идти, тут тоже вот есть у нас, посмотрите, раки вареные. Здесь можно будет покушать, перекусить, даже детям поиграть. Тут потом вот такие ларечки открываются. И будет красота, очень-то хорошо. Вот здесь, кстати, парковочка есть. Если там, допустим, лень вам будет ходить. Ну, я хочу сразу сказать, тут до Рыбачьего переулка очень близко. Я сейчас буду тормозить здесь, как всегда. Просто снимаешь, когда видео идешь, время затягивается. Вы сами понимаете. Тут вам надо показать, там показать. Вот посмотрите, там вот у людей сапчики, мангальчики здесь есть. Вот такие дома отдыха. Вот. Я сразу хочу сказать, я не сотрудничаю тут с хозяевами. Вот здесь вот посмотрите, бригантина. Вот так вот мы ездим. Колясками. Но это у нас дождь, я вот вам говорил, как у моря погода меняется. Вот здесь вот, обратите внимание, целые шатры. Люди в гамаках прямо спят. Я смотрю, там, о, даже надо потише, там человек реально спит. Похоже, там... Так, представляете, как интересно, да? Вот так вот вы можете жить. Здесь, прямо на берегу моря. Ладно, идем, идем дальше. Вот так вот сейчас перебежками мы будем пробираться по Голубицкой. Такими, видите, уступаем друг другу дорогу, идем. Так, проскочим. Люди идут с зонтиками. Я тоже взял зонтик, потому что у меня здесь телефон. И не хочу, чтобы он накрылся. А так, я думаю, сегодня будет погода классная. Посмотрите, вот чуть попозже, там уже облака расходятся. Гроза с этими молниями, она ушла уже в другую сторону. И это тоже меня радует. Потому что каждый день лета, особенно без медуз в море, это, конечно, вообще красота. Ладно, идем дальше. Здесь у нас можно будет посмотреть различные представления для детей. Тут рядом, кстати, с рыбачим, я сразу хочу сказать, с развлечениями все в порядке. Прямо недалеко парк аттракциончиков находится. Это тоже хорошо.
А, дельфинарий, динопарк. В общем, хорошее место на самом деле. А единственное, что до аквапарка там идти подольше. Ну, это и хорошо, здесь погулять интересно. Но я советую, когда жара, особенно когда вы так с непривычки приезжаете, ходите по берегу моря, вам не так жарко будет. Вот тут можно перекусить. Смотрите, даже цены я вам покажу. Здесь новые заведения строятся. Но у нас вообще все здесь развивается очень быстро. Прямо как грибы растут. Вот эти все магазинчики, кафешечки, столовые. Некоторые, конечно, и закрываются очень быстро. Не выдерживают конкуренции. Потому что здесь бывает у нас и наплыв людей, а бывает и мало. Вот это первая линия практически. Вот обратите внимание. Первая линия в Голубицкой. Здесь у нас вот такие интересные отели. Вот тут вы будете ходить. Тут можно купить круги. Ну, все принадлежности, все у вас по пути. Да, хорошо. Вот это пляж, видите, там база Южная Пальмира. Такое красивое название, новый баннер. И сделали нам, вот видите, пешеходный здесь тротуар даже. Это, конечно, радует очень. И видите, какой ночью сегодня дождь был сильный, что даже размывало песок. Ливень был очень хороший. И вот медузы, кстати, очень часто приходят именно к дождю, к грозе. Это у нас уже такая народная примета стала. Мне, между прочим, сами зрители и подсказали. Я на это стал внимание обращать. И действительно, вот за два этих лета четкая последовательность такая есть. Как гроза, дождь, значит, придут медузы. Да? Ай, ты молодец. Куда бежишь? С собой ничего нет у меня, к сожалению. Тут у нас собаки бегают иногда, надо подкармливать. У кого будет возможность, кормите. Летом-то им здесь хорошо. Они не голодные. А зимой я их тут постоянно кормлю. Ладно, вот посмотрите, по пути у вас, кстати, будет шашлычок. А вот там вот у нас уже аттракциончики пошли. Магнит, Пятерочка, кстати, рядом. То есть Магнит ближе. Ну все, овощи, фрукты, вы сможете вообще все купить. Это вообще никаких проблем в этом нет. Хорошо, посмотрите, какая красота. Солнышко уже выходит. Просто невероятно. Так, здесь тоже не пугайтесь. Тут у нас вода высохнет достаточно быстро. И будет вот такой здесь зеленый проход. Я прошу прощения у других зрителей, то, что затягиваю, но просили люди, друзья, наши же зрители просили. Я показываю прямо вот в прямом эфире. Не знаю, зачем это нужно. Обычно можно так ролики обрезать. Там в каких-то таких местах неинтересных, где проход, там длинная улица и так далее. Ну, показываю. Вот, обратите внимание. Тут тоже у нас на луже, да, слегка. Здесь у нас, кстати, проход на рынок есть. Тут рядом рынок совсем. Вот если вот сюда по этой улочке идти, вы окажетесь на рынке. Он, конечно, там сейчас небольшой. Не как раньше, в хорошие такие вот благополучные места. Времена, вернее. И, ну, купить можно, там все есть. Вот, посмотрите, переулок Рыбачий. Идем. Может быть, конечно, наши зрители спрашивают про это место. Даже не для отдыха, у меня такое подозрение есть. Вот здесь очень много домов продается в этом переулке, и может быть они просят то, что вот так вот показать дома сами. Но я покажу, мне не жалко. И, конечно же, снимают здесь люди жилье тоже, потому что вы сами видите, вот сколько у нас там видео идет. Посмотрите, друзья, вот со всеми моими остановками и так далее. Вы вот на каком курорте, да, идти там до моря там 3-4 минуты. Я думаю, что вот я отсюда дойду за 3-4 минуты, это точно. А если разогнаться, как в метро в Питере, то вообще быстро. Так что вот такие дела. Но это у нас получается. А вот, кстати, видите, тоже тут дом продается, мало ли кому надо. Посмотрите, ух, а здесь даже какое-то заведение интересное.
Я не обращал внимания раньше. Да. Типа там даже какой-то кафешечки. Очень интересно, друзья, очень. Вот такие дела. Ладно, идем дальше. Интересно. Видите, никаких обозначений нет, к сожалению, там. Может быть, для гостей. У нас тут еще в чем проблема, люди не любят сниматься. Я бы вам частный сектор этот показывал чаще. Вы меня просите об этом. Но люди здесь у нас переживают, как бы это сказать, переживают за... Ну, кто-то не зарегистрирован, да, там жилье. Это же сейчас нужно все регистрировать. Вот, налоги, там все такое. А людям-то надо как-то выживать просто. Сейчас вы знаете, что проблема с этим, если там регистрируешь, там у тебя электричество, сразу там вода взлетает так, а в частных домах мест мало, оборота нету людей. И выживать очень сложно получается с таким бизнесом. Тут же очень нужно вложиться много, чтобы там что-то хотя бы заработать. А так вот посмотрите, машин очень много везде. Тут в каждом доме практически можно жилье найти. Вот когда будете путешествовать, запомните, переулок Рыбачий. Можно практически так вот останавливаться. Ночью-то, конечно, не стоит, наверное, стучать. А вот ночью, да, на въезде в Голубицкое есть, там люди стоят на машинах. Можно там найти жилье при въезде в станицу до заправки. А вот так вот утром, днем... Спокойно можно найти жилье. В общем, вот такие дела, друзья. То есть, либо для отдыхающих это видео, для наших, либо для тех, кто хочет дом купить, потому что есть в продаже здесь они на Авито, в Циане, смотрите и так далее. Такая обстановка здесь. Все, он закончился. Смотрите, кому понравилось, ставьте лайк, приезжайте в гости. А вот, кстати, посмотрите, еще продается, кому надо. Но у нас сейчас и будет к осени. То есть сезон закончится, все. И пойдет начало продаж. А вот это тоже везде гостиница, обратите внимание. Когда оборот большой, здесь много номеров. Доход есть у людей и очень хороший. Так мягко скажем. Тут можно зарабатывать на целый год себе деньги. Потом, правда, эти люди уезжают у нас по своим городам, но это и хорошо. Все, всем удачи, друзья, счастья, до свидания.